Я хотел всегда быть военным. Всегда. Я даже в армию пошел. Мои родители хотели, чтобы я не шел там и все. Я предложил остаться на контракт. Меня отправили на медкомиссию, посмотрели. У вас дефект речи, вы мне подходите, у вас истинные агенты служат, у нас элитная армия. Куда там вам? Ну, ладно. Вы сами меня воспитали. Те получаете то, что вы воспитали.